Саровские чтения «Православное лето» проходят в СРФТИ при поддержке конкурса малых грантов «Православная инициатива» уже 18-й раз. Традиционно в рамках чтений институт принимает участие во Всероссийской научно-практической конференции. В этот раз ее тема посвящена Году культурного наследия народов России. За последние 2 года конференция впервые вышла в очный формат. На торжественном открытии мероприятия с приветственным словом выступили руководство города Саровского благочиния и СРФТИ НИЯУ МИФИ. Любое общество, любая страна стоит на простых, одинаковых для каждой нации, наверное, основах. Это история, культура и вера. И огромное вам спасибо за то, что ваш труд, он очень важен в настоящий момент, особенно в настоящий момент, и он делает нашу страну сильнее. А главное, дает нам веру в то, что у нашей страны есть будущее, и это будущее великое. Глава города Алексей Сафонов и благочинный Саровского округа протоиерей Лев Юшков в торжественной обстановке подписали комплексную межведомственную программу «Саров благословенный» на следующие 5 лет. На пленарном заседании свои доклады представили Вера Александровна Македонская, заведующая кафедрой истории МИФИ, и Оксана Валерьевна Савченко, заведующая кафедрой теологии СРФТИ. Все доклады участников конференции объединила одна тема – культурно-исторические и духовные ценности России. Сейчас очень многое зависит от того, как будет, в общем, выстроен диалог между светским образованием и церковными организациями. Это всегда было таким одним из главных ключевой проблемой. Поэтому здесь, конечно, все, вот я думаю, выступления будут связаны так или иначе с формированием мировоззрения молодежи для того, чтобы вырасти человеком всесторонне развитым, интеллектуальным. И особенно это характерно для нашей научно-технической элиты. Конференция состояла из 2 секций. Свои доклады представили студенты СРФТИ, руководители городских организаций, педагоги, воспитатели. Также перед участниками выступил и заслуженный работник культуры Анатолий Петрович Закопай и преподаватели МГУ имени Ломоносова. Всего в конференции приняли участие более 250 человек из Сарова, районов Нижегородской области, Оренбурга, Москвы. Я представляю свой доклад на тему духовное и геополитическое значение русского севера. Я буду рассказывать о том, какие, ну, как в плане духовного наследия, какие стоят храмы, какие сохранились фрески, как север приумножает и сохраняет это все наследие. А в геополитическом я расскажу о том, как север важен для страны в плане экономики, геополитики и ресурсной базы. Конференция проходила на нескольких разных площадках. Помимо института, круглые столы организовали в Духовно-научном центре и Храме царственных страстотерпцев. Там были беседы со студентами и старшеклассниками. По результатам Всероссийской научно-практической конференции «Год культурного наследия народов России» выйдет сборник статей. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.